Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня поговорим о моем расклешенном джемпере. Значит, этот джемпер я вязала на 44 российский размер. Модель расклешенная, именно мне нужна была вот такая вот модель под прямую юбку. Вязала я из итальянской бобинной пряжи. Вот здесь у меня еще моточек. Вязала я в две нити. Вот это остатки. Это пряжа от фабрики New Mill Angora 70. Спайки 70% ангора, 10% меринос, 20% ПА. В 100 граммах 800 метров. У меня было 250 граммов. И я вязала в 2 нити. На спицах номер 3. Значит, эту кокетку я взяла у Drops. У Drops есть подобная кокетка. Мне очень понравилась. Мне нужно было, чтобы кокетка была не очень, да, брала на себя вот узором весь взгляд. Нет, мне нужна была красивая эффектная кокетка, но чтобы она не выделялась очень сильно в изделии. Давайте скажу вам, что у меня получилось по сантиметрам. Если по спинке длина изделия 50-53 сантиметра. Внизу размах у меня получился, по низу меряю, 60-65 сантиметров. Высота кокетка по передней части 19 сантиметров. Я вывязывала здесь росток по спинке. Он у меня просто здесь вот эти вот линии более удлиненные. Так, рукав у меня здесь вязался прямо. Убавляла я его только перед резинкой. В полуобхвате у меня рукав получился 15 и на резинке 9,5. Так, наверное, все. У меня в конце весны был мастер-класс, и есть мастер-класс на канале с круглой кокеткой, с очень красивой круглой кокеткой, там летние изделия. И я воспользовалась расчетами именно из этого летнего изделия. Я оставлю ссылку в описании. Вывязывала я росток, я там объясняю, как. Мне с классическим ростком вещи лучше садятся. Поэтому я и здесь тоже решила, тем более, что узор здесь позволял вывязать росток классический. И вот там я подробно показываю, рассказываю, как я его вывязывала. Кому будет нужна такая информация, пройдете и посмотрите. Так как нитка тонкая, и я еще учитывала то, что пряжа дает усадку, поэтому я набрала 125 петель. Для меня, в принципе, это нормально, и ниточка тонкая, да, я вам показала. Стала вязать. Drops предлагает схемы для разных размеров, S, M и L, по-моему. Я выбрала S и вот делала прибавки именно по этой схеме. После того, как я кокетку отвязала, я еще немножечко сомневалась, хватит ли мне высоты кокетки, примерила на себя. Я еще думала, не будет ли мне широковато, но когда вот надевала маркеры, по спинке смотрела, нет, все нормально. И как бы дальше, отделив тело и рукава, я еще сделала 3 добавки. Значит, на подрезы я набрала 7 петель здесь, 7 петель. Никакого здесь у меня угла подреза нет, потому что я вязала рукав прямо. А далее ниточку увидела. Значит, а далее через каждые 5 рядов я сделала у центральной линии прибавки 3 раза. Все, больше я не делала. Здесь нужно как бы смотреть просто, какой ширины. Мне и так достаточно ширины изделия. Поэтому я чуть-чуть совершенно делала добавки. Потом перешла, значит, ну, только лицевая гладь. И в конце я закончила платочной вязкой. Когда я перешла на рукава, я думала,
как мне связать рукава. Мне не хотелось, чтобы они были по руке, мне хотелось, чтобы они были свободные, а снизу как раз, чтобы они были на манжете. На этой пряже никакого эффекта резинки нет, она здесь только для видимости, так скажем, да. Поэтому я связала рукав прямо. У меня получилось всего 70 петель. То есть 60 петель у меня было на спице, когда я отделяла. И по подрезу я набрала 10 петель. Всего 70 петель. И вязала прямо. Когда отвязала нужную длину, перед резинкой через каждые 2 петли сделала закрытие. И вот уже потом я стала думать, как же мне тут выполнить платочной вязкой или резинкой. Я решила сделать резинку так же, как у меня начиналась кокетка. Такой вот манжет, такая, чтобы манжета была. Здесь лицевая петля скрещенная и 2 изнаночные. То есть, если мы вяжем за заднюю стенку в круговом вязании лицевую, она получается скрещенная. Все. Изделие само по себе несложное, простое. Я его 2 раза уже стирала, умышленно стирала 2 раза, чтобы посмотреть, как вообще не то, что раскрывается пряжа, а как она распушается, насколько. Все-таки здесь ангора 70%. Пряжа распушилась, вот такой вот пушок. Он не колкий, изделие мягкое, воздушное, тонкое, теплое. В нем не парка, нет, не жарко. Единственное, что я как бы для себя открыла в очередной раз, так же, как и в изделии из норки, после того, как снимаешь верхнюю одежду, все наэлектризовывается. Вот это мне, конечно, не особо понравилось. На работе это все я как бы устраню. Но если нужно будет куда-то вот выйти, то, конечно, это изделие я не надену. Да, иначе нужно будет ходить с баллончиком. Антистатика. А это не всегда возможно. А так, в целом, изделием я довольна. Тем более, что это изделие я вязала конкретно для юбки малинового цвета. И вот это сочетание белый верх и красного оттенка низ мне просто очень нравится. И я хочу такое изделие к себе в гардероб. Ну, посмотрим, что будет получаться. Потом уже, когда будет юбка связанная, я вам покажу в целостности этот комплект. Ну, а для себя буду еще думать и вязать какое-то изделие белого цвета, но уже из пряжи, которая не дает такого эффекта. Не знаю, в плане, когда вязала, конечно, ворсинки летали. Было такое. Не скажу, что их прям много летает, но такое все равно было. Я не знаю, вся ли ангора обладает таким эффектом, либо не вся, вроде и пряжа не дешевая. Я, честно скажу, думала, что с итальянской бобиной пряжи у меня таких сюрпризов не будет. Но, как бы, знаете, вот не всегда и очень дорогая пряжа может, как бы, да, скрасить все огрехи, которые могут быть. Ну вот, изделие готово. Буду носить. А что за проблемы есть, я вам об этом тоже рассказала. Благодарю всех вас за просмотр. Всего доброго. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.